Окей. What city you currently live in? А в каком городе сейчас живете? Я пока еще не могу на этот вопрос ответить, потому что я... I can't answer this question because... Я в Ставрополе пока. Right now in Ставрополь. Так, в Махачкале. And what is the name of your current coach? In Махачкала. So between Махачкала and Ставрополь. And what is the name of your current coach? Как тренера вашего зовут? Эльдар Нажмудинов и Фирзула Исламович. Ой, еще раз скажите, пожалуйста. Фирзула Исламович и Эльдар Фирзула Исламович и... Кстати, мне очень помогает Саджид Саджидов. А второй как? Как второго зовут? Эльдар Нажмудинов. Фирза? Фирзула. Фирзула Мажмудинов. Не, Фирзула Исламович, да. А, Фирзула Исламович. Эльдар Нажмудинов. Эльдар Нажмудинов. Два тренера. И Нердар Мажмудинов. Эльдар Нажмудинов. The Iranian, wrestling the Iranian, he pushes hard, he clubs, they underhook. How did you prepare for that? Этот иранец, он на тебя и на голову давил, и тебя пытался это самое вниз все наклонить. Как? I was doing the same thing. Но все равно, сегодня был на моей стороне, могу сказать. Очень. He says today God was on my side. И победа, и поражение там от Всевышнего. He says that if whether you lose or you win, it's from there, you know, above. It comes from above. 70 kilos, non-Olympic weight. You go up or down in weight. Вы пойдете вниз или вверх, потому что это не олимпийский вес. Конечно, не определился весом. I have to think about it. Russia. Russia is the most dominant country in the world, freestyle, Greco-Roman. What's it like wrestling for the best country in the world? Повольная борьба России – это самая лучшая страна. Как ты себя чувствуешь, сразу, чтобы бороться за такую крупную державу? У нас тоже, я могу сказать, не хуже, чем чемпионат мира. Даже, мне кажется, лучше. Там очень сильные ребята бывают. Мне даже трудно говорить. We have in Russia a very severe competition. It's even stronger than here at the World Championship. It was even hard for me to advance just in Russia. Congratulations. Sure.